Привет, друзья! Программа «Стиль жизни» вместе с вами на ТВ3 плюс странах Балтии. Я Марк Анатолий Эйн. В разгар нового сезона, по традиции, вместе с ТЭС-тур Эстония мы продолжаем солнечные путешествия. Поэтому в сегодняшнем выпуске отправляемся в Египет, в Шарм-эль-Шейх. Узнаем самые важные составляющие отличного отдыха. В первую очередь, как подготовиться к поездке вместе с ТЭС-тур. Где остановиться, какой отель выбрать. Затронем немного тему тяжелого люкса, достопримечательности, прогулки, развлечения, ну и, конечно, немного экстрима. Все, как мы с вами любим. Ждет это в сегодняшнем выпуске программы «Стиль жизни». Начинаем прямо сейчас. Давайте узнаем немного полезной информации. Все начинается с ТЭС-тур Эстония. 5 часов в полете, и вот он, центральный аэропорт Шарм-эль-Шейха. Дальше вас встречают представители ТЭС-тур. Заранее выбирайте, какой трансфер вы предпочитаете, групповой или приватный. Далее отправляемся в отель. На сегодняшний день я выбрал 5-звездочный фешенебельный отель «Риксос Радамис», который подходит абсолютно для всех, для влюбленных пар, для отдыха всей семьей. Ну и, конечно, главное, что здесь всегда светит солнце. Египет – это страна на Ближнем Востоке с численностью населения практически 100 миллионов человек. Столица Египта – город Каир. Там находится одно из сохранившихся 7 чудес света, и это египетские пирамиды. Символ Египта, который нужно увидеть своими глазами. Вы точно не пожалеете. Мы продолжаем наше путешествие и отдых в Шарм-эль-Шейхе. Курортный город находится в самой южной точке Синайского полуострова. Нас ждет экскурсия на территории отеля, бурная жизнь, ну и, конечно, много всего интересного. Светит яркое солнце, дует морской ветер, и туристов со всего мира притягивает Египет. Шарм-эль-Шейх, Красное море. И не только потому, что оно самое чистое и самое теплое, а здесь также богатая, насыщенная морская подводная жизнь. Более 400 видов кораллов и тысячи видов рыб и другие морские обитатели. После того, как вы позагорали на песчаном пляже, то можете прогуляться по пирсу, вам выдадут снаряжение, маски, и вы приступите к снорклингу. Как все-таки здорово, когда мы можем сочетать и комбинировать приятный, полезный и насыщенный отпуск. Только что с вами заселились в отель «Риксос», который находится в Шарм-эль-Шейхе. И самое время узнать еще больше о том, как провести свое свободное время. Об этом нам расскажет представитель отеля «Риксос», наш незаменимый путеводитель Ольга. Привет, здравствуй. Здравствуй, Марк. Здравствуйте, телезрители. И добро пожаловать. Ну что же, я думаю, что ты приготовила отличную экскурсионную программу. Как отдохнуть здесь и сейчас? Да, конечно. Сейчас вам все расскажу и покажу. Встречает наш заботливый персонал. Вам не нужно ни о чем заботиться. На входе консьержи забирают ваши чемоданы, вы проходите на ресепшн, наслаждаетесь напитками, охлаждаетесь, расслабляетесь, пока ждете вашу комнату. Территория отеля настолько большая, как успеть все и сразу? Как здесь передвигаться? Об этом вам не нужно заботиться. Территория отеля действительно большая, но по территории курсируют гольф-кары. У нас предусмотрены остановки, каждые 3 минуты они подъезжают, и вы можете добраться в любую точку отеля. У нас есть 3 части. Это Тирана, есть Blue Planet, есть пляж и также виллы Club Privé. Прошло буквально мгновение, и мы уже в другой части отеля. Мы сейчас находимся в Blue Planet. Это другая часть отеля. Какие номера вы предлагаете и где лучше остановиться?
Номера у нас абсолютно разные, предусмотрены для разных гостей. Если вы приехали с семьей, у нас шикарные номера на стороне Тирана, которые в морской тематике, они яркие, красивые, дети их очень любят. Если вы приехали компанией друзей или влюбленной парой, вам подойдут наши номера на стороне Blue Planet. Они у нас более спокойные, они у нас в классическом стиле. Можно ли здесь найти потрясающую приватную виллу, где я смогу остановиться? Конечно, Марк, специально для тебя у нас предусмотрены виллы Club Privé. Сейчас я туда отправлюсь, все расскажу и покажу нашим телезрителям. Друзья, наша поездка продолжается. Мы находимся в отеле «Риксос». Вы также можете арендовать настоящую приватную виллу. И это «Club Privé». Это будет настоящий королевский отдых. Вам не нужно ни о чем думать, ведь главные плюсы в том, что у вас есть свой обслуживающий персонал. Thank you very much. Также есть свой приватный транспорт или «Club Car». 4 спальни. Ну а самое главное – это великолепный вид из гостиницы. Комплекса открывается на Красное море. Вы сможете сюда приехать всей семьей, насладиться красотами моря, а также искупнуться в приватном бассейне. Вот это настоящая восточная сказка. Стиль жизни, египетские приключения в самом разгаре. И здесь, находясь на территории отеля «Риксос», у меня такое ощущение, что это не Египет, а Италия и прекрасная маленькая Венеция. Неспроста я это говорю, ведь на территории отеля расположено сразу несколько различных строений. Многие из них откроются совсем-совсем скоро. Ну а в самой центральной части, в сердце гостиничного комплекса, вы найдете потрясающий итальянский водный канал, и сами с ветерком сможете прокатиться на оригинальной гондоле, которая была привезена прямо из Венеции. Как все-таки здорово наслаждаться европейским, восточным, а также итальянским отдыхом здесь, в Египте. А сейчас самое время поговорить о гастрономическом искусстве. Это важная составляющая во время наших увлекательных путешествий. Ваш путеводитель сможет вам составить не просто экскурсионную программу, а вашу гастрономическую программу на территории отеля. То есть абсолютно разные рестораны и абсолютно разный ужин каждый вечер во время отдыха. Можно в первую очередь попробовать восточную кухню, посетить мексиканский ресторан. Ну а если вы любите настоящий итальянскую кухню, вы также здесь ее найдете. Как все-таки здорово, что на территории отеля представлены абсолютно разные гастрономические направления. Мы находимся на новой прогулочной улице. А какие развлечения здесь можно найти, как днем, так и вечером? Развлечения у нас предусмотрены для абсолютно для всех гостей. Если вы приехали с семьей, у нас есть детское шоу. Если вы приехали парой или вы приехали с друзьями, у нас есть спортивные развлечения в бассейне. Также у нас есть вечеринки в бассейне. И помимо этого вечернее шоу на большой сцене и здесь вдоль канала. Ну и, конечно, все дороги нас приведут на берег Красного теплого моря, куда мы сейчас и отправимся. Море, солнце, пляж и все, что нам нужно здесь на территории Шарм-эль-Шейх отеля «Риксос». На пляже вы можете отдохнуть, а расслабиться. И помимо этого, я знаю, что ты любишь заниматься спортом и бегать. Для этого у нас предусмотрен тренажерный зал. И также можно побегать на территории отеля. Какой отдых вы найдете здесь, на пляже? На пляже можно отдохнуть всей семьей, позагорать на шезлонгах, поплавать в теплом море. Но я знаю, что ты любишь приватный отдых. И поэтому специально для тебя и гостей, как ты, у нас предусмотрены пляжные кабаны. Я отправляюсь отдыхать, ну а перед этим узнаю напутствие и пожелания для зрителей стран Балтии. Мы очень ждем с нетерпением наших гостей со стран Балтии насладиться нашим египетским климатом и теплым морем. Долгожданный
Долгожданный отдых на берегу Красного моря. Светит солнце, вид на миллион. Песчаный пляж, на котором вы сможете отдохнуть и позагорать, а главное провести свой отпуск. Ну а для тех, кто любит немного роскоши, люкса и приватности, в отеле вам также предоставят приватные кабану. Это летний домик. Здесь все включено. А что же может быть лучше джакузи с видом на великолепное Красное море? Вот так действительно нужно отдыхать вместе с нами. Чем больше ярких и захватывающих эмоций, тем лучше. Это далеко не все, что мы хотели вам показать. После небольшой, ну как всегда, стильной паузы, наше восточное приключение здесь, в Египте, в Шарм-эль-Шейхе, вместе с тест-тур продолжится. Много интересного нас ждет впереди. Так что оставайтесь с нами и не переключайте ТВ3+. В путешествие обязательно не забудьте с собой сложить важный стильный чемоданчик. И помимо курортного гардероба, возьмите себе на заметку, что важным дополнением будут аксессуары и, конечно, солнечные очки от Инструментариум. Готовьтесь к путешествию уже заранее. Загляните в одно из представительств Инструментариум. Стилисты, оптометристы, как всегда, не только проверят ваше зрение, но и подберут сразу несколько оправ для вашего отпуска. В первую очередь солнечные очки должны вас защищать от солнца. Полное затемнение – это лучший выбор. Ну а также никто не увидит, куда будет направлен ваш взгляд, если вы нежитесь на солнышке или отправляетесь на курортную вечеринку. То есть два в одном. В новом сезоне дизайнеры предлагают оправы классического направления. Они немного видоизменяются, но все-таки массивные солнечные очки всегда остаются на пике популярности. Этому пример известный мировой бренд Gucci. Квадратная массивная оправа, полное затемнение. И вы станете настоящим композиционным центром, если отправляетесь на вечеринку, на светские праздники, ну и также в путешествие. Еще одно потрясающее модное направление. В новом сезоне дизайнеры предлагают миксовать между собой классику, геометрию, ну а также спорт-шик. Этому пример футуристическая оправа вашей мечты от бренда Prada. Обратите внимание, что она подойдет не только к спортивному гардеробу на каждый день, но и также, например, к коктейльному, праздничному и курортному наряду. Возьмите несколько оправ, которые будут подходить к вашему наряду на каждый день. И самое главное, во время вашего долгожданного отдыха. И вы всегда будете в центре внимания. А наше путешествие в Шарм-эль-Шейх продолжается вместе с программой «Стиль жизни». We'll be right back.
Наше путешествие в Египте вместе с тест-тур продолжается. После того, как мы заселились в пятизвездочный отель «Риксос», позагорали на солнышке, хочется знать еще больше информации, куда же нам с вами отправиться и какие экскурсии посетить. Об этом нам расскажет представитель тест-тур «Египет». Евгения меня ждет прямо сейчас. Как подготовиться к туристической поездке? Главные 5 важных шагов. Самый важный шаг – определиться с локацией. То есть вы выбираете страну, скажем, вы выбираете Египет, определяетесь с городом, определяетесь с курортом. Дальше вы выбираете отдых, будет у вас активный, с детьми, семейный, спокойный, 18+, или вы хотите какого-то экшена. Следующий пункт – советую обратиться к вашему турагенту, то есть на территории Эстонии, представительство тест-тура. Светит жаркое солнце, и нам совсем не хочется работать, а хочется искупнуться, например, в бассейне. У нас нет на это времени, Марк. У нас столько дел, столько всего нужно посмотреть сегодня. Ох, хочется все увидеть, но начнем все-таки с главной обзорной экскурсии вместе с тест-тур. Мечеть Сахаба находится в старом городе. Это самая большая мечеть, которая у нас есть. Она построена 1/3 на дотации от резидентов. То есть деньги собирали всем городом. Район Нама-Бэй – это самый популярный район, самый старый район нашего города. Ночные клубы, ночная жизнь полностью сосредоточена здесь. Район очень оживленный, стоит посмотреть обязательно. И последнее для блогеров, очень интересно, очень много фотозон – это кафе «Фарша». Она находится в районе Хадова на утесе и состоит из нескольких уровней в таком восточном стиле. Очень интересно, советую туда ездить на закате. Ну а для того, чтобы наши все восточные мечты сбылись, как всегда, напутствие и пожелания для зрителей стран Балтии. Мы очень ждем к нам туристов из Балтии, из Эстонии. Пожалуйста, приезжайте, у нас здесь солнце 360 дней в году. У нас также есть контактный центр «Горячая линия», который ответит на все ваши вопросы. Представитель тест-тура будет находиться в вашем отеле, будет на связи целый день. Ну а мы, конечно, на связи всегда вместе с нашими телезрителями. О, прекрасный и сказочный Восток, Египет, Шарм-эль-Шейх. После того, как мы позагорали на солнышке, отдохнули в отеле, все-таки стоит посетить главные достопримечательности, которые находятся не так далеко. Итак, первая наша остановка – это знаменитая площадь мира, и это Peace Square. Именно в этом месте получатся отличные фотографии, ну а также за моей спиной открывается великолепный вид на горы Шарм-эль-Шейха и главную достопримечательность и визитную карточку. И это монумент мира. Наша прогулка продолжается. Еще одна потрясающая достопримечательность – это мечеть Мустафа, которая расположена в сердце города Шарм-эль-Шейх. Именно эта мечеть Мустафа самая большая на территории Шарм-эль-Шейха. Наша прогулка продолжается. Много интересного нас ждет. Еще одно потрясающее место, которое находится в центральной части города Шарм-эль-Шейх, это курорт и также бухта под названием Нама-Бэй. Сюда приезжают как местные жители и туристы с наступлением заката. Огромное количество кафе и ресторанов, бурная ночная жизнь, все, что нужно для отличного отдыха. А если вы хотите аутентичности, то также я советую включить ваш модный путеводитель посещение кафе «Фарша». Восточные мотивы. Кафе расположено прямо на утесе. Вы будете сидеть на восточных коврах и подушках и наслаждаться этой невероятной атмосферой и прочувствовать настоящий восточный колорит. А если повезет, то с наступлением заката вы сможете увидеть, как включаются ночные огни. Это будет 1001 ночь и даже больше.
Ну а сейчас самое интересное для тех, кто любит потрясающий экстрим и приключения вместе с нами из ТС-тур. Здесь, в Египте, в Шарм-эль-Шейхе, вы можете также посетить пустыню, увидеть горы Шарм-эль-Шейха, прокатиться на багги, на квадроцикле, также увидеть местное поселение бедуинов и наших любимых верблюдов, и даже покататься на них. Такая экскурсия подходит именно для тех, кто любит не просто нежиться на солнышке, а также наслаждаться экстремальными видами путешествий и отдыха. Как и обещал, сейчас настоящая вишенка на торте, то есть экстрим. Это пустыня и горы Шарм-эль-Шейха. Сегодня нас ждет три в одном вместе с ТС-тур для тех, кто ничего не боится. Как говорится, с ветерком поехали! Я думаю, что все наши телезрители знают, что если вы приезжаете, например, в Париж, нужно увидеть Эйфелеву башню. Но если мы с вами находимся в Египте, то обязательно нужно прокатиться на верблюдах. Без этого никак. Немного поговорим о верблюдах. Именно в Египте они одногорбые, а работу они начинают уже в подростковом возрасте, всего лишь в 3 года. Но для верблюдов это не помеха. Наслаждаются они праздником жизни каждый день, как и наши туристы. Поэтому давайте прокатимся и насладимся этой веселой атмосферой. Ну а после того, как мы с вами насладились пустыней, горами, прокатились на квадроцикле, на багис, ну а также на наших любимых верблюдах, можно сделать небольшую остановку и попить местного чая вместе с местными жителями. И это бедуины. А знали ли вы интересную историю, что бедуинам даже на сегодняшний день разрешено жениться аж 4 раза? Вот такие восточные традиции. Но как это происходит? Если мужчина нашел свою возлюбленную, в первую очередь он строит дом, но и также с семьей расплачивается верблюдами или наличными, как пожелает. Приезжайте и наслаждайтесь вашим путешествием. Чем больше ярких путешествий, тем лучше. Их никогда не бывает много. Но на сегодня это все, что мы успели вам показать. Путешествие в Египет, в Шарм-эль-Шейх вместе с ТС-тур подошло к концу. Но подписываемся на мой инстаграм и канал в YouTube. И еще больше новостей по традиции вы найдете в новом номере журнала Lifestyle Baltic в продаже по всей Эстонии. Ну а мы с вами встретимся ровно через неделю и продолжим увлекательные путешествия, как всегда, на ТВ3+ в странах Балтии в программе «Стиль жизни». До встречи. Пока.